мастерству.
Спасибо за помощь. Сюда! 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 Thank you.
Спасибо за ваш вклад. Это тебе. Спасибо за помощь. Привет, Сэм. Так ты добрался? Какое облегчение.
Вот это действительно быстрая доставка. Безумно быстрая. А, и когда будет время, забери эту штуку, что я для тебя приготовил, в знак нашей благодарности. Знаешь, даже не верится, что у нас есть такой, как ты. Спасибо еще раз за все. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Всегда рад, Сэм. У тебя, наверное, все мышцы. Такому, как ты. Вот возьми. Будь осторожен, Сэм. Без тебя мы никуда. Отлично. Хорошо выглядишь. А что? Будь осторожен, без тебя мы...
Отлично. Спасибо за ваш вклад. Я даже не думала. Ты ведь еще. Отлично. Разрешено.
Груз проверен. Спасибо. Привет, Сэм. Ты, как всегда, крут. Быстрый, как молния. Слушай, это нелепо, конечно, но у меня для тебя кое-что есть. Не хочешь ничего, я не обижусь. Ты ведь еще заглянешь? Отлично.
доставка? Отлично. Вот человек, понимающий, как важна пунктуальность. Люблю таких. Я нашел то, что может тебе пригодиться. Можешь смело забирать. Мне приятны твои визиты, Сэм. Ты вдохновляющий пример даже для такого старика, как я. Отлично. Доступно. Параметры доставки обновлены. Установлен лимит времени. Thank you.
Сэм, путь, как всегда, не лег. Ого, ты. Это просто идеально. За ваш вклад. Oh.
Готово. Обнаружено. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз. Всегда рад. Своевременно. Такому, как ты, требуется моя. Вот, возьми. Будь осторожен, сэр. Без тебя мы... Отлично. Доступен... Чтобы узнать больше... Возвращайся поскорее! Разрешено.
взорвался Портер Бриджес. Сканируем.
Спасибо, что зашел. Я так рад тебя видеть. Кажется, груз в неплохом состоянии. Никаких жалоб. Я кое-что для тебя приготовил. Это пустяк, но если он облегчит тебе жизнь. Если я могу тебе чем-то помочь. Отлично.
дополнительные люди. Сэм Бриджес? Наконец-то. Отлично. Этого хватит с лихвой. Нет ничего приятнее, чем получить нечто долгожданное, правда ведь? Хотя великий доставщик и так это знает. Еще увидимся. Отлично. Huh.
разрешено. Доставляю груз. Спасибо за ваш вклад.
Доставляю груз. Груз доставлен. Показываю оценку работы. Груз, адресованный курьеру, ожидает приемки. Геологов изучала окаменелости, исследуя доисторические случаи вымирания видов. Они уже давно занимаются раскопками, и, похоже, у них появились признаки заражения хиралием. Явно из-за контакта с хиралием в ходе грунтовых работ. Они не смогут продолжить работу, пока там все не будет очищено. И пока сами не выздоровеют. Ты должен принести им реагенты для очистки от хиралия. Слой, который изучала наша группа, относится к концу мелового периода. В это время произошло массовое вымирание видов. Динозавры исчезли, и Землю унаследовали мелкие млекопитающие. Это самое недавнее событие Большой Пятерки и самое крупное вымирание видов в истории планеты. В общем, они обнаружили что-то поистине невероятное. Угадаешь, что это? Берег окаменелостей. Если все подтвердится, то это в самом деле поразительное открытие. Поэтому, Сэм, очень важно,
чтобы ты отнес туда эти реагенты как можно скорее. И еще кое-что. На этот раз ты доставляешь бомбу с антивеществом. Она нужна палеонтологу, который работает на раскопках. Окаменелости, которую он хочет изучить, похоронены под слоем смолы, и открыть их можно только с помощью взрыва. Надеюсь, ты понимаешь, что с мощной взрывчаткой нужно обращаться с особой осторожностью, но если не понимаешь, доставь контейнер в целости и сохранности, любой ценой. Сэм, думаю, ты не забыл, но бомба с антивеществом требует особо бережного отношения, особенно если ты везешь ее на транспортном средстве. Любые отклонения вызовут тревогу, учитывая это. Ладно.
Бриджес? О, слава богу, это вы. Я боялся, что вы опоздаете. Правда, в последнее время я всего боюсь. Меня преследовали те же видения, что и вас, обладатели Дума. Кошмарная штука. Я думал, кошмары вызваны усталостью. Даже не предполагал, что это может быть связано с Хирали. Нам повезло, что мы успели предотвратить суицид. Мне нельзя умирать. Мои исследования еще далеко не окончены. Ты спасаешь не только мою жизнь, но и мои труды. Я уж думал, получу ли вообще эти лекарства. А ты в самом деле хорош в своем деле, а? Спасибо. Теперь я часть UCA, с доступом к целой сокровищнице материалов по истории. Изучать окаменевший берег теперь будет куда проще. Если, конечно, я правда смогу доказать, что это он и есть. Но, если честно, и я мечтаю поделиться нашими находками. Представляете, залежи Хирали есть в слое, появившемся 65 миллионов лет назад. Да исторический выход смерти. Хиралий существовал на Земле задолго до появления людей. И этот слой — доказательство. Сэм, посмотри. Видишь вон ту черную трещину? Мы полагаем, что это источник Хиралия. Давным-давно землетрясения привели к слиянию линий разлома и создали слои так называемого псевдотахилита. Мы зовем их окаменевшие землетрясения. По аналогии, можно сказать, что эта трещина — окаменевший берег. Присутствие Хиралия именно в этом слое не может быть случайным. Оно заставляет предположить, что берега появлялись во время вымирания видов в меловом периоде. И не только тогда. Хиральная сеть добыла данные о том, что окаменевшие берега находили и в слоях, относящихся к другим периодам вымирания. Это указывает на то, что Большая Пятерка и другие крупные вымирания видов сопровождались появлением берегов. Расширив хиральную сеть, ты помог нам распознать структуру в этих разрозненных данных. Ты помог нашим исследовательским проектам. И теперь лишь вопрос времени, когда мы сможем восстановить все утраченное и разгадать все оставшиеся загадки. Но это лишь начало. Нужно продолжать. Неизвестно, что еще откроется. Отлично. Доступен новый заказ.
разворачивается. Спасибо за ваш вклад. Оружие разрешено. И впредь так держать.
Сканирую удостоверение Бриджеса. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято. Спасибо тебе, друг. Теперь мы сможем продолжить раскопки. Ха, здесь и так хреново. Не хватало нам еще задохнуться. Да, ты и сам знаешь. Но тебе это удалось. Хотя я и представить не могу, как. Можешь настроить сеть, пока я работаю. Сэм Бриджес, хочу попросить тебя об одолжении. Один из местных курьеров нес сюда очень ценный груз, но обронил его по дороге. Это аммонит, которому 200 миллионов лет. Курьер говорит о нем так, словно он еще жив. Похоже, он нашел его на каменистом поле, которое раньше было спрятано под ледником, но это не все. Он утверждает, что у этого аммонита якобы есть пуповина. Пуповина. Не пойми неправильно, но образец нужно изучить, а я не хотел бы поручать такую тонкую работу дилетанту. Поэтому я попросил его вырезать аммонит из камня и принести мне. Разумеется, я хотел сравнить их с современными образцами поблизости. Поэтому я попросил его выкопать еще несколько вдобавок к тому, о котором он мне сказал. И что же этот кретин учудил? Потерял всю партию. Ему даже не хватило мозгов отметить, в каком контейнере был аммонит с пуповиной. Груз был утерян где-то к юго-западу отсюда. Там, где накапливаются ядовитые газы. Мистер Надежность утверждает, что его сканер грузов сломан, так что груз он уже не найдет. Но ты можешь его найти. Чтобы защитить тебя, я дам тебе кислородную маску. На всякий случай. Возьмешь ее, как примешь заказ. Эта окаменелость могла стать великим открытием. Мы знаем о живородящих рыбах, но аммонит с пуповиной – это нечто невиданное. И если ему действительно 200 миллионов лет, то он из эпохи вымирания видов в конце Триаса. Это тоже большая пятерка. Может, эта пуповина связана с берегом? Мы должны любой ценой найти этот груз. Он мог бы стать ключом к разгадке механизмов происхождения выхода смерти. Мы так близки. Буквально в шаге от понимания истинной природы этого феномена. Скорее, Сэм, нам нельзя потерять этот аммонит. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Кислородная маска? Отличная мысль. Она фильтрует воздух, позволяя дышать как обычно. Она защищает от ядовитых газов и уменьшает усталость от активной работы, позволяя легче сохранять равновесие.
Я бы посоветовала ее не выключать, но аккумулятор у тебя не бездонный, так что не надо так делать.